Представители администрации предприятий города, депутаты, сотрудники полиции и МЧС, школьники, студенты и многие другие собрались 22 июня на площади возле Вечного огня. Все они пришли в этот день с одной целью – почтить память героев, которые подарили нам мир. Собравшиеся могли только представить, какие чувства испытывали советские граждане, услышав этот звук в далеком 1941 году. Буквально в первые дни войны сотни ленинск-кузнечан отправились на фронт, а те, кто остался, начали трудиться, не покладая рук в тылу. Распахните сердца для памяти, ведь сегодня, пусть незримо, но рядом с нами те, о ком мы храним светлую память. Пусть в Кузбассе никогда не было слышно выстрелов и взрывов снарядов. По улицам наших городов не проходили вражеские танки. Мы вместе со всей страной помним ту войну. И пусть цветы, возложенные к мемориалу погибших воинов, будут подтверждением всеобщей скорби. Виктория Спицына, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.